Да, ребята, чё... Ребята, в прошлый раз чернички победили в игровой комнате. Поэтому сейчас мы можем выбрать подарки для вишенок. Мы займемся онлайн-шоппингом и выберем им что-то в подарок. Начнем? Вперед! Что нам выбрать? Прежде всего, сейчас зима, верно? Поэтому, может, какую-то теплую одежду? Перчатки. Хорошая идея. Но нужно еще что-то помимо перчаток. Как насчет шарфов? Звучит хорошо. Хорошая идея. Но у Ники и Сон Хун Хёна уже есть шарфы. Нужно что-то более практичное. Но если у них будут шарфы с разным дизайном, они смогут чередовать. Может, и себе купим? Мы победили все-таки. Стоит ли? Да. Раз уж Хайпан единое целое, мы команда. Как насчет? Тогда давайте купим шарфы не только им, но и себе тоже. Но при этом, как и сказал Джейк, так как N-Hype единые целые, купим сочетающиеся. Один дизайн, но разные цвета. Хорошая идея. Эти крутые. Мне нравятся. Красный. Думаю, вот эти неплохие. И они недорогие. Хорошая цена. Тогда выбираем эти. У них много цветов. Вот эти ничего. Посмотрим. Но они очень большие. Здесь есть отзывы. Внимательно читают отзывы. 5 звезд. Очень мягкие. В таком случае возьмем эти. Возьмем их. Да, мне нравится. Купим 7. Мы наконец-то определились с подарком. А какие цвета? Здесь 5 цветов. Может, возьмем одинаковые? Тогда одинаковые. Или нет? Можем купить и потом спросить, какие они хотят. Не страшно, если у некоторых будут одинаковые. Верно, они крутые. Мы наконец-то определились. Команда Вишенки, несмотря на то, что вы проиграли, мы решили быть щедрыми. И подготовили для вас подарки. Победный настрой. Это мило. А еще Энджини. Хоть мы и купили шарфы только для мемберов, обязательно надевайте свои шарфы, когда вы ходите на улицу этой зимой. Когда наши подарки придут, мы подарим их другой команде. Шарфы, выбранные черниками, наконец-то приехали. Они выглядят гораздо лучше, чем я ожидал. Хотя это и подарки. От нас, как от победителей, так как N-Hype одна команда, мы заказали 7 шарфов, но устроили сюрприз для мемберов, не спрашивая их заранее. Так что выбирайте, какой цвет вам больше нравится, и забирайте его себе. А что насчет тех, кто заказывал? Мы выбирали их. Мы выбирали, но раз мы дарим эти шарфы, тогда те, кто купил их, выберут себе сами. И так как это подарок для вас, вы можете выбрать цвета и нам. Чернички выберут. Да-да. Самый подходящий цвет. Давайте тогда заберем свои сначала. Я не знаю, какой я выбрал. Вот это серый. Этот серый, а вот тот бежевый. Тогда этот бежевый. Это тот, который я видел на сайте. Это мой, так? Да. Если это серый, то да. В общем, мы выбрали вот так. Думаю, синий подойдет Сон Хуну. Я тоже об этом подумал. Синий, коричневый. А это какой? Бежевый. Нет, это не бежевый. Это бежевый. Джей разбирается в моде. Как самый рокшик-мембер, ты... Хватит уже! Как мы и сказали ранее, Сон Хуну очень идет темно-синий. Да, из-за холодного тона кожи. Темно-синий хорошо смотрится на нем. Его телефон тоже темно-синий, я знаю. Подходит его образу. Точно. Нежный цвет. Вот это тебе. Спасибо. Осталось 2. Мне кажется, это слишком похоже на волосы Ники. Да. Тогда будет лучше подарить им вот так. Да. Вот так. Спасибо. Идеально для холодов. Мне нужен шарф, так что я рад. Спасибо вам. Что думаешь, Ники? Мне нравится, правда. Мы рады, что тебе нравится. Наши сокровища. Энджини, вам тоже нужно держать свои шеи в тепле зимой, чтобы не болеть. И N-Hype'ам всегда будут трудиться изо всех сил, чтобы быть подарком для вас. Это были N-Hype'ам. Пока. Озвучивала Рен. За субтитры благодарим фансаб-группу Мюлаб.